Давайте начнем с покупки стенда. Ну давайте. Купил стенд за 180. Нам нужно что-то продать. Попробуйте постричь овечку. Ребят, пойду подстригу овцу. Так, овечка. О, к ней подходишь, она сама стрижется. Это что, моя газонок... Смотрите, какие смешные овцы стали. Овечка, привет. Привет. Ребят, смотрите, у меня шерсть в рюкзаке. Я иду сюда. Она продается. А что, никто не покупает? Наш первый клиент идет. Это, не знаю, подписчица, не подписчица. Ну, иди покупай. Ребята, она сейчас купит у меня шерсть. За 900 долларов купила! Написано цена 6 долларов, но здорово. Купить стенд следующий. Покупаю, ребятки, какой-то стенд. А потом фабрику для него. Какая-то фабрика. Это что, одежда типа? Типа сюда я буду штаны притаскивать? Взять шерсть для брюк. Ребята, я, короче, сейчас беру овечку и тащу ее сюда. Так, а это отнесу сюда. Вот так вот. Значит, здесь производятся брюки, и я несу их на продажу сюда. Еще брюки несу сюда. Очень интересно, а что это такое? Собираю пшеницу, и написано «выбросить в мусор». Боже мой, я выкинул пшеницу. Боже мой, я выкидываю пшеницу. Аришка, у тебя как прогресс идет? Тоже нормально, тоже выкидываю. Тоже выкидываешь? Это очень грустно. О, у меня клиенты идут. Так, ты зачем идешь? Ты зачем? Ты за брюками, да? А брюков-то нету, сейчас брюки дам. Так, брюки сюда, все. Отлично, здесь покупают. Здесь брюки. Так, ребята, у меня куча клиентов, а одни к тебе пошли, Аришка. О! Да, одни клиенты пошли к тебе. Так, мне, короче, нужно срочно опять прокачать моих овечек. Закину сюда. И закину вот сюда. Возьму брюки, брюк пока нету, они производятся. Так, что-то деньги начали медленно идти. То шло по 900 сразу, то по чуть-чуть. Эй, овечки, в чем дело? Так, купить овец, 45 долларов. Все, купил еще одну овечку, ребята. Буду стричь больше овечек. Супер, так, сюда загружаю. Несу брюки сюда и сюда. Отлично. Так, ну, мне приходят люди за шерстью. Так, 90, еще покупаю овечку. Такс. Теперь отнесу сюда шерсть. Куча брюков готова. Сюда их. И получается, что нужно вот так вот все время бегать, собирать шерсть и делать брюки. Вот так вот. Так, 135 долларов. Пока мне не хватает. Соберем еще шерсти. Отнесем, а то там шерсть покупают, ее все меньше и меньше. Сюда. Пачку брюков. Сюда. Пускай покупают. О, овцы! Готовы. Супер. Шерсть сюда. А брюки не приготавливаются, ребятки, не готовятся. Так, мне ой, надо... я какой-то подарок вижу, пойду заберу. Где? Вот, у тебя. Ну бери, бери. Ну ладно, забирай. У меня и там вижу еще. Это доллары, 15 долларов дали. Вот здесь покупаю еще одну овечку. Соберу с нее шерсть и сделаю брюков. А то брюки заканчиваются. Еще соберу шерсть с овечек и отнесу вот сюда. Ого! Ого-го! Мы представляем новинки нашего магазина «Папа и дочки». Футболки и другая одежда коллекции «Приключения». В нее входят «Папа и дочки Десант», «Папа и дочки Дикий Запад» и «Папа и дочки Побег». Попробуй собрать всю коллекцию приключений. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку папы и дочки яркие. Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбирайте здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, папа и дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества, посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так – papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда «Папа и дочки». Кстати, такой мерч – это крутой подарок на день рождения. О, здесь есть подарочки, ребятки!
деньги, 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 деньги. У меня 200 с лишним долларов. У меня 205. 205. Надо купить что-нибудь полезное, а не бесполезное. Так, брюки забрал, сюда загрузил. За 216 могу купить какой-то талисман, который будет развлекать моих клиентов. О, а у меня он уже есть. Это вон клоун бегает. Клоун бегает, ничего себе. Развлекуху устраивает, прикольно. Так, соберу-ка я шерсти. Подстригу своих овечек смешных. На изготовление. А это на шерстяную продажу. А то там уже мало шерсти. Опа, есть. Ух ты, если я сделаю топор, я смогу рубить деревья. А что с ними потом делать, неизвестно. Ладно. У меня задача закончить легкий паркур. Так, но сначала я сделаю топор. Пойду разберусь, что можно с помощью топора рубить. Оба-на! И куда теперь это? Ё-моё, я собрал дрова, которые мне совершенно не нужны. И чё теперь? А может вон туда? Куда? Вот, где ты сделал топор или что? Нет, нет, не хотят они принимать мои дрова. Безобразие, сделал топор, который мне не нужен. Ладно, выкину в мусор. Эх, наверное, в будущем он мне пригодится. Написано задание, пройти легкий паркур. Где здесь паркур? Аришка, ты находила паркур? Нет. Пойду поищу, наверное. А, вот он. Вот. Пойду пройду паркурчик. Я с тобой. Давай. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ну, это изи, просто изи. Интересно, сбоку можно проходить или нет? Потом проверю. Так. Шерсть почти закончилась, вовремя я пришел. Короче, мне нужно 900 накопить, чтобы делать футболки. Итак, сейчас 900 долларов покупаю. Теперь я могу производить... Ага, могу покупать, продавать рубашки. Только чтобы продавать рубашки, мне нужно сделать фабрику рубашек. А у меня нету денег. Снова надо копить 900. И теперь я могу построить фабрику. Купим деревья. Здесь нужно загружать шерсть вроде бы. Так. Мне дали 2000 долларов. Нести на стенд. Новый стенд. Для пшеницы и для дерева. Пока ничего не понимаю, но несу. А, вроде, а, нет. Еще надо срубить деревьев. Несу обратно на стенд. Так, так, так. Есть! Пшеницу! Теперь сюда могу наконец-то загружать пшеницу. Или не могу? Вот. И несу ее сюда. Окей. Еще пшеницу. Еще туда. Окей, отлично. Ой, пшеницы могу много натаскать. За 720 куплю чувачка, который будет собирать урожай и относить туда. Сейчас я еще чуть-чуть отнесу. Все, пшеницы много. Теперь надо произвести рубашки. Сюда загрузил, здесь будут производиться вот такие, короче, рубашки, а там ботинки. Ой, штаны, рубашки. Пшеницу я продаю, шерсть для овечек. Ой, у меня кончилась шерсть для овечек, ребята. Вон там, смотрите, ни одной нету. Давайте, овцы, быстрей. А, надо еще купить, чик. Так, купил. Есть. Еще за 73. Есть. Еще овцу куплю. Отлично, состригать будем побольше. Так, сюда, срочно. Вот тут покупатели. Фух, теперь беру рубашечки. Вот сюда, отлично. Ребят, теперь столько работы у меня. Аришка, ты как развилась? Я еще... Ну, короче,
короче, есть стокер, есть, который таскает шерсть. Ага. И? Штаны и эти. Рубашки это делают? Нет. Еще не делают, да? Итак, ребята, что я сделал? Смотрите, я сделал. Продаю рубашки, продаю шерсть, продаю штаны, продаю пшеницу. У меня есть топор добывать дерево. В общем, я здесь хорошо прокачался. Если хотите продолжить ферму овец, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока! Каждый день невозможно снимаем Roblox игру, с утра запускаем. Рида, Арина с папой готовы, в путь отправляются снова и снова. Папа и дочки, команда мечты, вместе они непобедимы. Папа и дочки, миры создаем, вместе они сквозь время идут. Карты любые вдвоем покоряют, от учителя в школе быстро сбегают. Папа и дочки в Роблоксе опять, видео прикольные будем снимать. Детей всего мира радуют все, вместе смеются и вместе грустят. Рида, Арина и папа играют, приключения их увлекают. Вместе они проходят преграды, дружбой своей побеждают. Папа и дочки, команда мечты, вместе они непобедимы. Папа и дочки, миры создаем, вместе они сквозь время идут. Карты любые втроем покоряют, от учителя в школе быстро.